Музыканты оркестра – постоянные участники многих фестивалей. Друзья, военный морской оркестр Народной освободительной армии Китая, начальник оркестра, старший капитан первого ранга Линь Хайфэн, дирижер, старший лейтенант Ли Имин. Давайте еще раз поприветствуем наших гостей из дружественного Китая.
и начальник оркестра военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, старший капитан первого ранга Линь Хайфэн. Для награждения оркестров и их руководителей памятными дипломами за участие в главном военно-морском параде 2018 года просим подняться на эту сцену заместителя главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации вице-адмирала Александра Николаевича Федотенкова. Уважаемые друзья, по поручению главнокомандующего военно-морским флотом России адмирала Королева я вместе с вами хочу выразить слова благодарности нашим замечательным оркестрам. Они приняли участие в главном военно-морском параде «День военно-морского флота России» и создали нам праздничное настроение. Я прав? Награждается коллектив оркестра военно-морских сил Социалистической Республики Вьетнам за участие в главном военно-морском параде главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Королёв. Награждается коллектив оркестра индийских военно-морских сил за участие в главном военно-морском параде главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Королёв. Награждается коллектив военного оркестра военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая за участие в главном военно-морском параде главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Королёв. Друзья, давайте еще раз наградим невероятными овациями эти замечательные оркестры, их музыкантов и дирижеров. Великого русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, которое ему присвоено совершенно не случайно. Друзья, мы приветствуем на нашей сцене центральный концертный образцовый оркестр имени Римского-Корсакова военно-морского флота России. Начальник и художественный руководитель оркестра, капитан первого ранга. Алексей Алексеевич Карабанов.
Yeah.